Так как фестиваль международный, мы решили соответствовать этому статусу. Now we are beginning relax show. I know everything will be good because very interesting history was yesterday. When I was on the beach, I met Alexander Vasilievich with the little dog in his hands. He said, Kolya, do you want to play in Vyshka this year? I said, no. He asked, why? I said, it's a joke, this is KBH, you know. And this moment, the dog looked in my eyes and said, help me. Ну что ж, на этом шутки международного уровня закончились. Дожимать будем по старой схеме. Пехота на выход. Команда КВН сборная Краснодарского края. Реально сейчас после финала приборзели. Даже с ведущим передачи уже за руку не здороваемся. Ну, скорее всего, конечно, это он с нами за руку не здоровается. Ну, трактовка — это вопрос субъективного восприятия. Ну, я же говорю, приборзели. Сейчас решили выступить плохо. Ну, чтобы в первой игре было куда расти. Поэтому выступать будем в пол ноги. Но зато на первой игре, ох уж кто-то нарвется. Кто-то будет сметен машиной юмора. Главное, чтобы это были не мы. Ну, довольно разговоров, а мы начинаем. Да простят меня киски. Привет, зайки. Маленькое объявление. Девушка, которая вчера вечером в моем номере забыла обещание маме вести себя прилично, для тебя поет Виталий Пашенко. Песня про Сочи Олимпстрой. Я прорабу объяснял, что я метросексуал, но он не хочет слушать, хочет, чтоб песок таскал. Я прорабу говорил, что я ногти нарастил, но он не хочет слушать, хочет, чтоб бетон месил. Ой, как смешно! Ой, вы говорите, аватар, вот! Ой, смешные какие! Как финал проиграли, не понимаю. Демис, перестань. Ты портишь и без того плохое фестивальное выступление. Ничего не порчу, это все происходит из-за того, что ты с собой этот балласт возишь. Ты знаешь, какие про него слухи на фестивале ходят? Это неправда, я пунктуальный. Я тебе сказал. Обещали же все к фестивалю измениться, стать нормальным. Да уйди, говорю. Стать нормальными людьми. Ваня, зачем ты 5 килограмм сбросил? Да если бы я их не сбросил, нас бы на первом же посту хлопнули. Заткнись. Видишь, что происходит? Вика. Я же просил, убери эту похоть из взгляда. Ну, я работаю над этим. Что-то у тебя не получается. С ними невозможно, надо их разогнать. Демис, подожди, ребята номер подготовили. Какой номер? Танец топтунов винограда. Чего? Винограда. Какого винограда? Ну, Изабелла, дамский пальчик, кишмиш. Чего? Винограда. Так, стоп, хватит! Вы что, с ума сошли? Каких там топтунов винограда? Вот! Я не понимаю, как может команда приезжать на фестиваль в статусе вице-чемпиона и показывать номер топтунов винограда.
Оставьте на сезон. Не знаю, насколько у нас все будет хорошо, но такая история интересная произошла. Перед выступлением подходит ко мне Леонид Ярмольник. Говорит: «Коля, а вы будете в этом году в высшей лиге играть?» Я говорю: «Я не знаю, ну как Александр Васильевич решит». Я говорю: «А вы будете в высшей лиге в жюри сидеть?» Он говорит: «Да такая же байда». Спасибо! Решили выйти на сцену на танцевоне. Меха прикрутите. Ну, вообще, реально, конечно, нервничаем. Потому что первая игра сезона. Все команды хотят пройти дальше. Мы вообще еще дальше. Перед выступлением Лужков позвонил, говорит: «Коль, мы Москву потихонечку сносить будем». Я говорю: «Зачем?» Он говорит: «Просто я посмотрел генеральный план застройки от 1147 года. Здесь везде была лесопарковая зона». Команда КВС «Сборная Краснодарского края». Вот сейчас реально выступаем на расслабоне. Демис, кто это? Это моя черная армия. Твою черную армию в прошлом году на Черкизовском разогнали. И вообще, когда Александр Васильевич придумал тему прессы «Фантазеры», он не это имел в виду. Как раз таки сейчас у зрителя появился повод пофантазировать. Новый сезон, надо менять фотообои. Тем более в этой команде гораздо приятнее играть. Разве ты не хочешь вот так? Ща выступаем на расслабоне. Ну все, хватит. Это он мне сказал, не останавливайтесь. Я в шоке. Друзей на баб променял. Коля, хочешь, я тебе по спине похожу? Виталик, спрячься. Сам посуди, ты бы что выбрал? Вчерашний холодец или свежие персики? Коля, бери холодец. Яш, успокойся. Вот, видишь, они ни о КВН не думают. О чем ты сейчас думаешь? Трубы горят. Что? Ну, я на тракторе в газопровод врезался. Да хватит, надоело уже! Когда ты свой парик снимешь? Это не парик! Да кого ты обманываешь? Дурак! Так, стоп, хватит. Девочки, я не знаю, что он вам там понаобещал, но поймите, нельзя просто так с улицы попасть в высшую лигу. Нужно пройти определенный путь, набраться опыта. Да не, я не это имею в виду. Просто уходите. Здесь совершенно другие правила. Правила существуют, чтобы их нарушать. Ты куда? Нарушать! Дорогие друзья, сегодня у нас необычный день. Сегодня день рождения у единственной девушки в нашей сборной. И мы предлагаем сделать ей сюрприз. Леонид, не откажите, поднимитесь, пожалуйста, на эту сцену. Да, сейчас. Заводите именинницу! Виктория, сейчас сбудется мечта твоего детства. Мы приготовили тебе сюрприз. Ой, это существительное? Это мужчина. А он красивый?
обаятельный. А, ну тогда это либо Ермольник, либо Лесли Нильсон. Вика, это человек, который сделает твой день рождения просто незабываемым. Лесли! Нет, Вика, это не Лесли. Ой, Ермольник. Ой, Ермольник! Леонид! Давайте присядем. Присядем, что же мы стоим? Официант! Извините, я волнуюсь просто. Не обращайте внимания. Гигантская креветка. Попрошу без оскорблений. А, ну тогда просто шампанского, да? Вы знаете, когда я была маленькой, мы очень бедно жили и ночевали в кинотеатре. У меня там отец киномехаником работал. Так вот, нам приходилось спать прямо на кинопленках. В общем, я выросла на ваших фильмах, Леонид! Мадам, вы ничего не перепутали, нет? Леонид, не обращайте внимания, здесь очень плохое обслуживание. Леонид, произошло недоразумение, просто я должен быть на вашем месте. Действительно, я должен быть на вашем месте, что я здесь делаю? Демис, прекрати, что ты устроил? Я устроил, посмотри, как она себя ведет. Как я себя веду? Между прочим, ты будущая мать. Твои личные опасения оставь при себе. По-моему, Вика, я знаю, в чем проблема. Просто Демис хочет оказаться на месте Ермольника. Он и так сейчас на месте Ермольника. Вот-вот, задумайтесь, может быть, Ермольник сейчас не на своем месте? То есть ты хочешь сказать, что проблема в Ермольнике? Нет, это ты хочешь сказать, что я хочу сказать, что проблема в Ермольнике. Может, Ермольник хочет что-то сказать? Замолчи, Вика, естественно. Не ори на нее! Не ори на него! Не ори на него! Да не ори на нее! Леонид, что вы сидите? Сидите, сидите, Леонид, не вмешивайтесь. Да я тебе говорю, не ори на нее! Да я не на нее! Тем более! Так, стоп! Давайте как-то выходить из этой ситуации. Леонид, спасибо большое за прекрасный день рождения. Спуститесь, пожалуйста, в жюри. А ты, Демис, спустись на землю. Побыстрее, пожалуйста. Да я так быстро! Я не тебе! Значит, Вика, ты уходи в правую кулису и забирай с собой свои вещи. С днем рождения, Виктория. А ты, Демис, уходи в левую кулису. И хватит тут ситуацию напрягать. Мы ведь на расслабоне выступаем. На расслабоне в Ванкувере выступали. А здесь выигрывать надо. Да выключи! Ничего не происходило, никто не подходил, ничего не говорил. Спасибо! В детстве у каждого из нас были свои любимые игрушки, но у всех они были разные. Итак, по мотивам фильма «Игрушка». Представьте, олигарх купил своему сыну целую команду КВН. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты и рок-н-ролл. Скажите, кто в хоккей канадцам проиграли? На это каждый ответит, конечно, наши. Достаточно. Думаю, договорились. Вы присмотрите за моим сыном на выходных, я помогу с финансированием. Сынок, если что, звони папе. Кстати, в ваших интересах, чтобы он мне не звонил. Пока, папа! Равняйсь мирно! Забудьте все, чему вас учили законы Российской Федерации! Мы что, в Турцию летим? Молчать! Как зовут? Ваня. Теперь ты не Ваня, теперь ты рядовой вонючка! Понятно, кто ты? Понятно, кто ты, я спрашиваю? Рядовой вонючка. Громче мне не слышно! Не ты, а ты! Рядовой вонючка! Громче! Рядовой вонючка! Я не слышу! Рядовой вонючка, сэр! Теперь тише! Рядовой вонючка! Теперь на распев! Рядовой вонючка! Теперь как Серов! О, это чудо! Я рядовой вонючка! Молодец, рядовой вонючка! Я что-то смешное сказал! Солдат, ты знаешь, где находится печень? Нет, сэр! Вот здесь! А ты, солдат, знаешь, где находится печень? Да, сэр! Молодец, теперь ты, как зовут? Вика. Моя армия, не место девчонкам, теперь ты рядовой Сергей. Понятно? Так, точно, сэр. Как тебя зовут, солдат? Рядовой Сергей, сэр. Что-то в тебе есть, рядовой Сергей.
Я вам устрою, у вас земля под ногами гореть будет. Вы у меня в сауне стоя спать будете. Откуда ты, сынок? Из Краснодарского края, сэр. В Краснодарском крае живут либо овощи, либо комбайнеры. Что-то я не вижу здесь комбайна, овощ. Рядовой кит, шаг вперед. Это ты у меня землю жрать будешь, это ты в прихожей натоптал. Да, сэр. За мной, рядовой кит, кто в прихожей натоптал? Кит в прихожей натоптал. Ой, что происходит, мне нос сломал. Да, успокойтесь, это всего лишь навсего вредный мальчик. Сейчас мы с ним пару часов поиграем в подвижные игры, он устанет и уснет. Сейчас что делать? Что делать? Пойдемте в детскую, возьмем детские игрушки, начнем его развлекать. Пойдем. Да подними выше, мне неудобно, мяч. О, индейцы! Хао, великий вождь! Хао, огромный воланчик! Перестань, это не воланчик! Скажи нам, о великий вождь, зачем ты ограбил почтовый экспресс? Я филателист! Кстати, а что это за груда камней? Это могила моего деда! Как умер твой дед? Его завалило камнями! Прощай, великий вождь! Прощай, огромный воланчик! Мальчик, мальчик! Что, огромный мужик? У нас для тебя подарок. Песня. Девочка красивая в городе жила, очень неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник, и за эти записи сядет трудовик. Эй! Мне нравится! Я сейчас папе позвоню! Что? Новый хозяин! Надо! Вы кто? Двое из ларца одинаковых с лица. Чё-то вы не похожи. Мы из разных ларцов, от разных отцов. Мне не нравится. Сейчас я папе Подожди, позвоню. Подожди, мальчик, не звони, смотри, что я нашел. Цесарочка! Вау! Мальчик, а хочешь, я тебе добрую сказку расскажу? Добрую не хочу, хочу злую. Ну, слушай, злую. Жили-были дед да бабка. Ну, там дед бабке случайно палец отрубил. Ну, они его выкидывать не стали, в тряпку завернули и спать пошли. Ну, вдруг чё? Утром проснулись, кинулись к тряпке, думали, там мальчик с пальчик будет. Но суровые жизненные реалии были приближены к бабке и деду. Развернули они тряпку, а там бабкин палец. Что, страшно? Папа! Сарочка! Я понял, что я хочу. Я хочу играть в супергероев. Яша, пойди переоденься в Человека-паука. Да не таких супергероев, в реальных супергероев. Ого! Это кто? Я Человек-пенсия. А я Человек-потребительская корзина. А что это у вас Человек-пенсия меньше, чем Человек-потребительская корзина? Мне пообещали, что после Нового года я вырасту на 2,5% по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Я не понимаю, что он говорит. Подожди. Подожди, мальчик. Давай в самураев поиграем. О, самураев. Мой ученик. Ты жил в моем Чё-то доме. Чё-то ты не похож на самурая. Мальчик. Коля, ты что делаешь? Мальчик, прекрати. Перестань, мальчик. Ты что, с ума сошел? Да хватит, я тебе говорю, мальчик. Да хватит. Осадаю самураев. Не осаду, дома садаю, да осадаю, осада. Нам осаду, да, осаду, буду сияла, да. Туц-туц-туц. I like to move it, move it. 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 You like a move it. Мальчик, нельзя так обращаться с живыми людьми. Да я сейчас папе позвоню. Подожди, не звони. Пусть звонит, Коля, он там звонил. Да подождите, стоп. Хватит. Мальчик, тебе в жизни все слишком легко достается. Пойми, твой отец не всегда будет рядом с тобой. Когда-нибудь ты вырастешь, тебе придется работать. Вон у меня дядька в Армавире памятник Ленину каждый день со шланга поливает. Чтобы вы не уволили, рядом голубятню завел. Дед до 95 лет в цирке канатоходцем проработал. Последние 10 лет вообще на костылях по трем канатам ходил. Добрее нужно быть, мальчик. Послушай, мальчик, напоследок хотелось бы тебе несколько советов от нашей команды дать. Ну, чтоб ты знал, как правильно в жизни приоритеты расставлять. Ну, во-первых, всегда будь на расслабоне, как наша команда в прошедшем и этом сезоне. В детстве можно не задумываясь мечтать, и кажется, весь мир можно объять. Сталкиваешься с серыми буднями и понимаешь, что мечта уходит. Но не пытайся быть как все, ты же сильный, иди смело к своей мечте. Мы в детстве
о чем-то сильно мечтали, мечтам доверяли. Из детства неси с собой свои тайны, однажды случайно мечта станет явью. Детство, детство, детство. Алло, па, можно они у нас еще на недельку останутся? Я из них эту дурь выбью, папа, равняйсь! Смирно, на поклон! За мной, рота! Команда КВН «Сборная Краснодарского края». Сейчас выступаем, как обычно, на расслабоне. Настроение кайф. Приехали в Москву, тут же пошли к Константину Львовичу Эрнсту. Пришли, я говорю, ну чё? Какие у нас там шансы по игре? Он говорит, если еще раз ко мне домой в 2 часа ночи заявитесь, то никаких. Идите отсюда, чтоб вашей ноги здесь больше не было. Ну мы стоим на лестничной площадке, обратно говяжий окорок в подарочную бумагу заворачиваю. Тут звонок. Смотрю, из ФСБ звонят. Говорят, ну что у вас там в КВНе, все нормально? Я говорю, да, все нормально. Ну, если вам надо будет, приедете, посмотрите. А они такие, если нам надо будет, приедете, покажете. Я не понял, а что за хихоньки в зале? Я что, что-то смешное говорю? Не, ну вот постоянно не верят, да, что я с кем-то созваниваюсь. Хорошо, я сейчас Путина наберу. Алло, Владимир Владимирович? Да. Это Коля из КВНа. Ну ничего себе. Дело в том, что у нас тут проблемка небольшая. Мы с ребятами хотим на время проведения Олимпиады в Красной Поляне чебуречную открыть. Вот, а нам никак не разрешают ее построить. Отдали бы Газпрому, наверное. Давно бы уже построили. Спасибо, Владимир Владимирович, обнадежили. Нас сейчас, кстати, весь зал слышал. Ты что, с ума сошел? Ну вот, а вы не верили? Значит так, ты пошел вон, ты не подходишь! Вы кто? Я из звездного десанта, мне нужны добровольцы. Ты не подходишь, я сказал. Вообще-то у нас тут КВН. Ха-ха-ха-ха, нормально так? Давление? 120 на 80. Говори нормально, а что за тебя умножать должен? Так и говори, 9600. Ты не подходишь, я сказал! Почему? Ты тяжелый! Вообще в невесомости вес не имеет значения. До невесомости еще долететь надо! Ладно, иди сюда, дам тебе шанс. Как звать? Я Яша. Значит, слушай меня сюда, я Яша. Кто был первая женщина-космонавт? Логически думай. Валентина? Гагарина? Вот ты тупой. Чё это я тупой? Ты прям тупой. Чё это я тупой? Вот ты тупой. Ты прям такой тупой. Прям тупой, тупой, притупой. Чё это я тупой? Вот ты тупой. Кто ещё хочет в космос полететь? Скажите, а в невесомости получится сексом заниматься? Ты думаешь, если у тебя здесь не получается, в невесомости получится? Вопросы есть еще? Есть. Чё это я тупой? Вот ты тупой! Так, Демис, ну хватит. Что ты опять устроил? Чё хотел, то и устроил. Я вообще главный в этой команде. Ха, вообще-то я тоже главный в этой команде. Чё ты такое говоришь? Где ты видел в России, чтобы 2 главных было?
Хорошо, пусть ребята решат, кто из нас главный. Черт, они 2 года ничего не решали, сейчас они вдруг что-то решать будут. Да потому что это тоже личности, понимаешь? Каждый из них индивидуальность. Они просто особи. Ну неужели это так трудно понять? Ребят, я если буду главный, я вам подниму зарплату. О, зарплата! А я поднимать не обещаю, но обещаю выплачивать. О, выплачивать! А я шмяс-мяс-мяс-мяс-мяс. О, я шмяс-мяс-мяс-мяс-мяс. Так, встаньте на место. Извините, а кто из этих 2 кандидатов от «Единой России»? Я просто долго думать не хочу. Вообще-то у нас в стране на руководящие посты не выбирают, а назначают. Сейчас разберемся. Алло, Владимир Владимирович? Да. Это опять Коля из КВНа. Ну ничего себе. Да что вы его слушаете? Какой это Путин? Это фальсифицированная запись. Вот смотрите. Алло, это фальсифицированная запись? Да. Я вас раскусил. Ну ничего себе. Коля, Коля, пошел на обман ради власти в команде. Ну и оставайся ты достойных. Да нет. Не может быть, чтобы это была запись. Как же так? 5 лет общения, а коту под хвост. Не верю. Алло, Владимир Владимирович, это же не запись, это вы. Да. А Демис говорит, что это запись. Ну ничего себе. А я уж было поверил, что Демис все мои мечты разрушил. Отдали бы «Газпрому», наверное. Давно бы уже построили. Фух. А я уж было подумал, что это не вы. Ты что, с ума сошел? Попустила. А вы сегодня займете последнее место. А вы хотите узнать свое будущее? Нет. Тогда слушайте. Ты, Коля, в 24 года станешь папой. Ха, вообще-то мне уже 26. Вспоминай, вспоминай. А ты, Борис Иванов, в будущем будешь скрываться в Мексике. Но я не Борис Иванов. Когда ты будешь скрываться в Мексике, ты будешь Борис Иванов. Вот почему в России всегда так? Люди хотят знать, кем они станут. Что за натура такая человеческая, все знать? Ну неужели нельзя поставить перед собой цель и идти к ней? А ты сопьешься. Пожалуйста, молчи, ничего не говори про меня. Мне все время плохое предсказывают. Хочешь, про твою жену скажу? А чё? Твоя жена станет вдовой. Теперь пожури. Игорь, Верни, когда вы сегодня после игры придете к нам на банкет... Так, Демис, ну хватит. Тебе не кажется, что людям не обязательно знать свое будущее? Может быть, будущее им знать не обязательно? Вспомнил. Валентина Терешкова. О, но свое прошлое они помнить обязаны. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Потому что спонсор нашей команды – крупная нефтяная компания «Где ты?». «Где ты?» – крупная нефтяная компания, спонсор нашей команды. Спасибо! Представьте себе, Марс – недалекое будущее, лабораторию по изучению Земли. Ну что ж, коллега, землян мы почти изучили. Осталось понять, чем пассатижи отличаются от плоскогубцев. И мы будем знать о землянах все. Ха-хей! Здравствуйте, профессор. Забирайте свои экспонаты, мы закрываем вашу программу по изучению Земли. Землю сносим, а на ее месте строим супермаркет. Здравствуйте, господин генерал. То есть как? То есть вы хотите снести школы, детские сады, муниципальные учреждения, а на их месте построить какой-то супермаркет? Можно подумать, земляне так не делают.
Нет, 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 вы не понимаете, сейчас я вам все докажу. Сейчас я подключу своего лаборанта к телу человека, вы с ним пообщаетесь и сможете понять, что они разумны. Подключаю. Здорово, мужики! Настольчика не осталось? Валерчик! Валерчик! Это я, профессор! К нам пришел генерал межгалактической армии! Слышишь, военком, за пятихатку моему племешу военник сделаешь? Вы на Марсе, человек! Чё ты мямлишь, чебурек? Валерчик, вы должны рассказать генералу все, что вы рассказывали мне о Земле! Слышал, Тихачева сняли! Кто это? Да уже никто! Валерчик, Валерчик, вы должны рассказать генералу о жизни на Земле. Да какая там жизнь? Слышал, у Петровых дочка в Москве путаной работает, сын в Магадане срок мотает. Молодцы, Петровы, детей устроили, может, для себя пожить. Расскажите о своей среде обитания. Что-то я коренной москвич. Я живу в конце Ленинградки. Где именно? В Питере. Так, все, хватит. Экспонаты забирайте, землю сносим. Что ты сказал? А ну, пошли выйдем, поговорим, а ну. Валерчик, Валерчик, вам нельзя в открытый космос. Ваше тело не выдержит перегрузок. Профессор, мое тело с 31 декабря по 13 января такие перегрузки выдерживает. Что я ему вакуум вскрою сейчас быстро. Слушай, а у тебя когда настроение хорошее, ты хвостом виляешь? А ну, как вы разговариваете с генералом межгалактической армии? Что ты сказал? А ну иди сюда! Профессор, сделайте что-нибудь! Ты что, профессор? Ты что сделал, профессор? Ты что, профессор, ты что думаешь, я не справлюсь, что ли? Ты что, на Валерчика, что ли? На Пали, что ли? Я не понял. Ты что? Валерчик! Валерчик, да как вы не понимаете? От вас зависит жизнь всех землян! Да ладно, шучу я! Что, ты шуток не понимаешь, что ли? Что такое шутка? Ну ты что, в детстве в снежки камни не заворачивал? Соседского кота за голову, за хвост не дергал, так штылки. Иди сюда, я тебя дерну, иди сюда. Валерчик, расскажите лучше генералу, что такое юмор. Да как же тебе так объяснить, чтобы тебе понятнее было, а? О, смотри, анекдот. Значит, на светофоре останавливается Мерин. И ему взад въезжает запорожец. Из запорожца выходит мужик, а из Мерина шкаф. И шкаф говорит мужику: слышишь, ты лось, ты попал. А мужик отвечает: я не виноват, вы просто мне дверью подтяжки прищемили. Смешно? Нет. Ну иди сюда, сейчас тебе будет смешно. Держи. Повыше подними. Ты у меня сейчас всю жизнь улыбаться будешь. Ай-яй! Теперь я понял, что такое шутка. А у вас на Земле все шутят? Да у нас целая игра есть, посвященная юмору. Футбол называется. Я же говорил, что они разумны. Теперь я понял, что с вами лучше не связываться. Спасибо тебе, землянин, что научил нас смеяться. Ну вы с юмором поаккуратней. Вот мы смеемся над коррупцией, а с ней бороться надо. Мы смеемся над футболом, а в него играть надо. Мы смеемся над автопромом, а его надо сжечь. Шутишь? А ты быстро схватываешься. Вышел ночью в поле с конем. Полыхнуло небо огнем, стало вдруг светло и прямо на село приземлилось вот те крест НЛО.
Стал сбегаться в поле народ. Кто столы, кто стулья несет. Ведь одна из главных социальных бед, что в селе у нас культурной жизни нет. Вышел к нам зеленый мужик. Ой да, мужик. А быть может и не мужик. Не поймет никто, хоть он и раздет, а ли есть то место, а ли его нет. Участковый вмиг притрусил и на всякий случай взятку попросил. Гуманоид ему твердый дал отказ. Видно, слышал про Медведева указ. Гостю поднесли хлеб да соль и в подфарнике от Волги алкоголь. Ой, отведал он русскую еду, отнесли его в ближайшую избу. А в избе доярка жила, 30 лет себя берегла. И слились и на планетные сердца. Так узнала мама моего отца. Стал он ей во всем помогать, взглядом стал мышей истреблять. Обложил сарай ей красным кирпичом и картошку чистил лазерным мечом. На заре со всеми косил, пользу на селе приносил. Ел золотую рожь, ел кудрявый лен, а на утро выделял самогон. Но однажды под Рождество к ним в избу влетело существо. Стало страшно быть, кислотой плевать. Познакомься, зая, это моя мать. А доярка стала кричать: очень я боюсь твою мать. Ну а существо сына обняло и домой его вернуться позвало. А зеленый вдруг зарыдал и на три колена упал. Возвращай. Команда КВН «Сборная Краснодарского края». Ща выступаем, как все в Латвии, на расслабоне. Не, ну а чё, всё тихо, спокойно, никто не суетится. Не, ну а чё суетиться, хуже уже не будет. Перед выступлением позвонил Дмитрий Анатольевич Медведев. Говорит: Коль, ты слышал песню группы Quest Pistols? Ну вот эту. С неба до земли достаю солнце лучи, не плачь, не кричи, он рядом. Я говорю: нет, не слышал. Он говорит: ну послушай. С неба до земли. Я говорю: Дмитрий Анатольевич, я это уже слышал. Он говорит: ладно, давай, мне некогда.
Позвонил министр экономики Латвии. Говорит, Коль, пойдем на рыбалку сходим. Я говорю, а что, у вас больше никаких дел нет? Он говорит, дела есть, я просто кушать хочу. Позвонил Барак Обама. Говорит, hello, Колья, my name is Barack Obama, I live in Washington, I'm fine, and you? Ну, я чувствую, что-то не то. Говорю, алло, кто это? Слышу оттуда, с неба до земли. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, это вы? Он говорит, да, Коль, пойдем на аватар сходим. Я говорю, а что, его еще показывают? Он говорит, пока я не посмотрю, будут показывать. Ну, довольно демагогии, а мы начинаем. Привет, киски. Ну вот, папочка добрался и до Европы. Если вы видите счастливую, улыбающуюся девушку, значит, она идет либо ко мне, либо от меня. А сейчас подарок фестивалю поет Виталий Пашенко. Пропало желание у мальчика в нашем баре. Достаточно! Чуть подарок не испортил. Дорогие друзья, специально для фестиваля сейчас на эту сцену выйдет главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Армандо Марадона со своим переводчиком. Buenos días, la tarde, el Argentina Pública. Диего, рад приветствовать всех на этом фестивале. Диего готовился к фестивалю. Этот розыгрыш он придумал сам. Мол, он переводчик, а я Диего. Ранде, Диего, Лотерес Пиас. В свою очередь, мы тоже очень рады приветствовать Диего Марадона на фестивале по старинной русской традиции. Диего, la ruco tradicia, la vetación. Ромбо, la сес. Диего, la ruco tradicia, la фес. Ромбо, la сес, Диего. No, ¿qué es eso? Diego, la chiste. Es broma, gran broma. Chista, la Diego, la rojo tradicia. ¿Qué es ese prámula? Sí, ok. Chaste la gira. Diego, la chiste. Gran broma. Есть растут in una manera and vamos de mañana. Диего хочет дать совет, он предлагает объединить сборную России по футболу и сборную Латвии. И тогда вы наверняка сможете выиграть чемпионат мира. Ну, вообще-то и русские, и латыши не очень хорошо играют в футбол. Ке инсульта саки. Диего говорит, хорошо, нехорошо, а 22 футболиста против 11. Grande Diego. Mucho gracias. Diego, ну что ж, с нами сегодня был главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Армандо Марадона. Ваши аплодисменты. Ну, а вы что подготовили? Великолепная восьмерка. Песня. Песня, как необычно для музыкального фестиваля. Кто герой песни? Олег. Вещи? Среднестатистические. Хорошо, как называется песня? Зарплата. Может быть, зарплата? Если бы была зарплата, пел бы про зарплату. А тут зарплата. Ну хорошо, пой. Олег идет, ползет, встает и вновь идет, рассвет встречая у окна. Олега ждет жена, он самый трезвый человек. Так думает сейчас Олег, всю ночь гулял он до утра, сегодня за
зарплата. Зарплата. Демис! Демис! Что? Что это? Что? Вот это вот что? Где? Вот это вот что? Это 15-й Юрмальский фестиваль! Может быть, 16-й? Может быть, это и 16-й, а вот это вот 15-й Юрмальский фестиваль. Ты зачем ребенка Александру Васильевичу подкинул? Послушай, ты знаешь, сколько я зарабатываю? Не знаю. Вот, потому что я не зарабатываю. Ты его хотя бы покормил? Точно! Вика, послушай, ты можешь ребенка покормить? А я вижу, что ты можешь. Мы не видели, хотя бы наши дети посмотрят. Надо же ему имя придумать. Да я еще не могу понять, это мальчик или девочка. Я мальчик. Успокойся. Ты понимаешь, что ребенок — это большая ответственность. Ты себя прокормить не можешь. Думаешь, ребенка прокормишь? Послушай, ребенка прокормить я деньги найду. Если надо будет, я почку продам. Пошли. Так, оставь его в покое. Между прочим, я тоже приехал в Юрмалу найти свою вторую половинку. Точно, а я думаю, не может быть целый человек вот такого роста. Уйдите, чтоб я вас не видел. Послушай, ты должен мне помочь. Мне надо поставить ребенка на ноги. Мне нужны деньги. Мне нужно золото. Где тебе? В Юрмале золото найду. Так, ну хорошо, что я должен делать? Послушай, я все продумал. На, держи текст песни. Давай, сделай лицо, как у грустного больного бульдога. Как ты умеешь. Да, о, отлично. Пой песню, а малыш нам в этом поможет. Если сейчас золотого кивина нам не вручат, этот малыш не окончит школу и детский сад. Будет ходить босиком по снегу, он в январе. Будет питаться росой и сеном и спать в норе. Если жюри золотую птицу нам не вручишь, будет сквозь слезы смотреть на это седой малыш. Вырастет мальчик тупой и грубой скотиною, и за решение жюри погубит он жизнь свою. Он станет грабить, вспоминая фестиваль, и из тюрьмы бежать решится на гвинт. Смальнет на вышке вертухай и упадет на снег юнец. Ну почему так не смешон был мой отец? Про маму давай! Осудят мамы всего мира КВН. Жюри, конечно, затаскают по судам через Гаагский трибунал и под общественность и пресс. И повторится снова Нюрнбергский процесс. И повторится снова Нюрнбергский процесс. Жизнь прокатила. А представляешь, там настоящий ребенок был, прям сейчас бы птицу отдали. Там что, ребенка нет, что ли? Да ладно, Коля, это КВН, здесь можно просто обозначить. Вот сейчас всем кивинов будут вручать, а нам просто обозначат. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Потому что перед выступлением позвонил Ян Гиллан, солист группы Deep Purple. Говорит: Коль, ты слышал, мы новый альбом записали? Я говорю: нет, не слышал. Он говорит: ну послушай, с неба до земли.
Я говорю: Дмитрий Анатольевич, ну почему нам постоянно эту песню поете? Он говорит: Коль, фестиваль музыкальный, помогаю как могу. Дмитрий Анатольевич, спасибо. Команда КВН «Сборная Краснодарского края». Ща, реально нервничаем. Ну, потому что игра ответственная. Не, ну а что не нервничать? Можно и понервничать для разнообразия. Вчера гуляли по Красной площади, смотрю, Дмитрий Анатольевич Медведев звонит. Ну, я трубку поднимаю, он говорит: Коль, привет, я тебя сейчас вижу. Я говорю: везет вам, Дмитрий Анатольевич. Он говорит: слушай анекдот. Едет по автобану фура с деньгами. Ну и Лужков Батурина говорит: слушай, давай перебавь газу, впереди таможня. Она говорит: а что ты сам за руль не сядешь? Он говорит: ну машина ж на тебя оформлена. Звонит Сергей Семенович Собянин. Говорит: Коль, ну что, при новом мэре жить-то лучше стало. Я говорю: Сергей Семенович, ну пока непонятно, еще мало время прошло. Он говорит: нет, ты не понял, я тебе свои личные ощущения передаю. Я, говорит, собираюсь на памятнике Пушкину пряжку на туфлях позолотить. Я говорю: а что, у вас больше дел нет? Он говорит: дел валом, не знаю, с чего начать. Ну, довольно демагогии, а начнем с актуальной песни. Ребята, поехали! Желтая калина сквозь непогоду залита дождем лобовое стекло. На ближайших выборах через два года я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. А не страшный тебе ни дождь, ни... Что это такое? Там написано. На Тимати тоже написано. Что это тебя спрашивает? Приказ о твоем увольнении. А что за формулировка в связи с утратой доверия? Сам придумал? Друг подсказал. Хочешь это оспорить, нанимай себе адвоката. Мне не нужен адвокат, я сам себя буду защищать. Господа присяжные, ваша честь, я буду строить свою защиту, основываясь на деле Джефферсон Маккой против штата Иллинойс от 12 декабря 1836 года. Что это за дело? О правах черных. Друзья, я начинал смешить людей еще с самого роддома. Демис, хватит. И это мне говорит человек, который говорил: мака да клека, когда я уже говорил: мама, дай хлеба. Демис, давай по существу. До Славика мы еще дойдем. Перестань издеваться над Славиком, он не существо. Я издеваюсь? Славик, иди сюда. Как тебя называет этот человек? Вячеслав Юрьевич. Вот. Слышали? Он называет это существо Вячеслав Юрьевич. Это ли не издевательство? Друзья, у этих людей нет будущего в КВН без меня. Что они будут делать? Пойдут на улицу грабить, убивать? Что потом? Comedy Club? Посмотрите на эти... Я извиняюсь, вы мешаете мне вести процесс. Я? Ну, не целиком, а большая ваша часть. Назовите мне три причины, по которым я должен уйти. Ты воруешь у нас деньги. Хорошо, две. Ты не умеешь держать язык за зубами. А, это мне говорит человек, который спит с Ваниной женой. Ты нацарапал на машине Константина Львовича бак-чемпион. Я думаю, он собирается менять эту машину. С чего ты взял? Не знаю, я бы с такой царапиной не ездил. Чтобы подтвердить все вышесказанное, я подготовил договор, по которому меня никто не сможет отсюда выгнать. Александр Васильевич, ознакомьтесь, не хватает только вашей подписи.
Вот типичная ошибка всех физических лиц при подписании договоров. Надо ж до конца читать. Вот мелким шрифтом написано. Договор вступает в силу после разрыва одной из сторон одной из копий данного договора. Ребят, как вы и просили, мы избавились от Демиса. Но задача от этого не изменилась. Мы играем против Казахстана, Украины и Сибири. И чтобы победить, мы должны показать весь наш кубанский колорит. Задача ясна? Да! Да! Идите, готовьтесь. Так, ты почему остался? Коля, у меня тоже есть свой колорит. Я хочу спеть. Ну хорошо, пой. Побывал в Китае. Что ты поешь? Желтый путан. Уйди, я тебе сказал, чтоб я тебя больше не видел. Не надо его выгонять. Виталик, вернись. Неужели нельзя петь просто смешные песни? Мы будем жить с тобой в маленькой хижине в рамках программы «Доступное жилье». Просто смешные. Обязательно выпячивать свое взбунтовавшееся либидо. Ты слышишь, что ты поешь? Зигмунд Фрейд, Зигмунд Фрейд, Зигмунд Фрейд мне объяснит, отчего мне снятся ноги гармониста. Есть же просто смешные песни. У «Газпрома» выходной минус миллиард. Смешно. «Роснефть» не сразу строилась, не сразу все утроилось. Ты хоть раз бы песню переделал. Пусть мои окна смотрит высокий семиметровый мальчик. Для детей хоть раз бы что-нибудь спел. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Обложитесь чесноком и возьмите крест. Это же элементарно! Я, Виталик, я не хотел обидеть человека. То есть, по-вашему, мы так будем передавать колорит нашего края? Ай-яй-яй, я думал, черкизовский закрыли! Не, ну здесь вроде бы все понятно. Арбуз, Кубань, житница. Ты кто такой? Я Нео. Яша, те таблетки, которые ты пачками пьешь, чтобы попасть в реальность, это мизим. Вот, посмотри, истинно кубанские герои. Бэтмен и Супермен. Так, ну а чей на вас костюм? Это костюм моего отца. Ха, ну и кто у нас отец? Теперь никто. А я тебе говорил, надо их разогнать. Они несерьезно относятся к делу. Это неправда. Эта игра очень важна для нас. И для меня. И для Нео. И для Бэтмена. И для Супермена. И для начальника милиции Юго-Западного округа. И в доказательство наших слов театральная зарисовка – чисто английское убийство. А я думаю, где руководитель антикоррупционного комитета? Он в арбузах прячется. Это, по-вашему, кубанский колорит? Патриоты! И все в России у нас так. Выпускаем УАЗ «Патриот» и слово «Патриот» пишем английскими буквами. Как можно повышать цены на железнодорожные перевозки и при этом ездить в вагонах, в которых твой дед еще из Берлина возвращался? Как можно было доверить развитие нанотехнологий человеку, который ваучер придумал? Зачем писать на пачке сигарет «Курение убивает», если человек уже купил эту пачку? Разнервничался.
пойду покурю. Ты же сказал, это вредно. Это для русских вредно, я грек. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо, потому что перед игрой такая история произошла. Подошел ко мне Александр Васильевич, говорит: Коль, давай в конце приветствия слова вместе скажем. Я говорю: а что скажем, Александр Васильевич? Он говорит: ну давай что-нибудь веселое, не знаю, какую-нибудь смешную глупость. Ну, например, бубенчики. 3, 4. Бубенчики. Спасибо. Недавно Москву посетил Арнольд Шварценеггер, где встретился с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Итак, обычная улица Москвы, два инспектора ГИБДД в ожидании президентского кортежа. Машину убирай, тебе говорю отсюда, давай убирай. Паркуйся. Давай, парковка 300 метров, давай уезжай отсюда. Коля, да. Коленька, привет! Мой кто дорогой. Это? Да это дед Митя, сосед мой. Дед, иди куда шел. Хорошо. Опа, пришел. Я ж сюда шел. Дед Митя, сейчас Медведев со Шварценеггером ехать будут. Да хоть Путин с Балаянгом. Я по делу пришел. Коль, если я твоего малого еще раз поймаю, ухо оторву. Зачем? Для симметрии. Так, дед Мить, иди домой. Коля, а что ты к нам в гости больше не заходишь? Я последний раз, когда приходил, у меня часы пропали. 6:30. Спасибо. Тебе спасибо. Я что пришел? Коля, а ну смс-ки мне удали. Ха, а что у тебя в отправленных? Кур украл, думаю, никто не заметит. Это шаблоны. О, я познался! Это не ты, а нет, ты. Узнал меня? Нет. Как нет? Это я тебя только что палкой долбанул. Дед Мить, как ты с майором разговариваешь? Слушай, твой сосед, давай убирай его отсюда. Все, уходи, не мешай, мы работаем. Как думаете, наши в 2012 году чемпионат Европы выиграют? Дед, а ты что, не в курсе? В 2012 году все, конец света. Вот и мне кажется, эти два события как-то взаимосвязаны. Кстати, знаете, вас сейчас переименовывают в полицию. Знаете, как вас народ будет называть? Пусара и пинты. Внимание всем постам. Вся важная информация. Слушайте внимательно, не пропустите ничего. Важные вещи будут говорить, слушать. Так что всем быть на чеку. Услышали? Нет. Так я не понял, это мне надо, что ли? А ну давайте сконцентрируйтесь, слушайте, что говорят. Во время проезда кортежа всем обязательно... Тихо, сейчас ищи, тихо, ничего не говори, слушай внимательно, что говорят, слушай, тихо. Иначе уволю. Услышали? Да как мы услышим, если ты постоянно говоришь свое тихо, вот сейчас внимательно, тихо. В следующий раз молчи. И самое главное... Вот сейчас молчи, ничего не говори, молчи. Ца оторву. Блин, опять ничего не услышали. А я говорил тихо. Слушай, дед, иди домой. Да что ты такой нервный? У тебя с женщинами все нормально? Не жалуюсь. А зря, иногда надо выговориться. Так, дед Мит, все, уходи. Коль, что ты меня гонишь? Я, между прочим, помню, как ты еще голенький по двору бегал. Да когда это было? Вчера. Ну, дед Мит. Мы с бабушкой твой перископчик еще помним. Так иди домой, твоя бабка уже, наверное, заждалась. Эх, померла моя бабка. Чё ты врёшь, я её час назад в магазине видел. А, это жена моя, а бабка ещё в 76-м году померла. Алло, дорогая, да, через полчаса освобожусь, приезжай, да. Девушка твоя? Да, скажи, приезжай, конечно. Скажи, бабушку возьмёт. Да ты угомонишься когда-нибудь или нет? Чё ты такой психованный? У тебя девушка есть? Да. Коля, а у тебя девушка есть? Есть. Выходит, зря на вас народ наговаривает. Вот где ты умный ты, иди давай домой. Конечно умный, Коль, хочешь французскому научу? Да какой французский? Что там тут с супля помогу, повышу супля пембе? Тут ля фехота, тут ля пембе, еще за ля пепета. И что ты сказал? Я не знаю, я язык выучил, на слова не разделил еще. Вот если ты такой умный, что ты ученым не стал? Дурак ты, Коля! В России умные люди учеными не становятся!
Минутная готовность. Что тебе пить? Иди. Давай, сейчас. Зачем вы меня гоните? Между прочим, это я Медведева президентом сделал. Это как? Голосовал за него. О, едут! А ну, Коль, тормозни! Ты куда ты? Психуйте. Конан Варвар! Привет! Дмитрий Анатольевич, здрасте! Здрасте, что не надо, все нормально у меня, все, пенсия хорошо, все, там нормально все. Я что хотел спросить, а кто будет следующим президентом России? Все понял. Давайте, мужички, удачи! Все, счастливо! И что он сказал? Что сказал? I'll be back сказал! Кто, Медведев? Да нет, Шварценеггер. Так кто президентом станет? Поживем, увидим. А Медведев что сказал? Так и сказал, поживем, увидим, чё. На горе стоял казак со своей дружиною в кавы. Команда КВН «Сборная Краснодарского края». Перед финалом такие люди странные начали звонить. Позвонил Борис Моисеев. Говорит: «Коль, давай инкассаторскую машину ограбим». Я говорю: «А я думал, вы не такой». Он говорит: «Такой». Позвонил Филипп Киркоров. Говорит: «Привет, Коль, узнал?» Я говорю: «Узнал, от 2 до 5, трубку положил». Позвонил Леонардо Ди Каприо. Говорит: «Коль, как ты думаешь, тот миллион, который я на уссурийских тигров выделил, до них дойдет?» Я говорю: «До них дойдет, до тигров нет». Ну, довольно демагогии. Тема фристайла «Я чемпион», и чтобы победить, нам нужна настоящая чемпионская команда. Поэтому мы пригласили на эту сцену чемпионов прошедших лет. Итак, встречайте, чемпион 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2000... Демис? Да, Демис, зачем ты позвал сюда этих людей? Такое ощущение, как будто сейчас каналы быстро переключал. Чтобы стать чемпионом, мы должны выглядеть именно так. Я не хочу так выглядеть. Здрасте, вы из Белоруссии? Да. Вы же 2 раза выигрывали высшую лигу. Да. А чего же остановились? Ну сколько можно, хватит уже. Ну. Вот все бы белорусы так думали. Арарат, привет! Сколько лет? Слушай, как дела? Чем занимаешься? Да все отлично. Выиграл высшую лигу, сейчас снимаюсь в сериале на ТНТ. Ну не расстраивайся, ты молодой, у тебя все впереди еще. Лен, я смотрю, время не властно над вами. Стараюсь. Я про платье. Я тоже. Сокол, ты-то какими судьбами? Я?
Я как Собянин. Мне сказали, я пришел. Послушай, чтобы выиграть, не обязательно привлекать людей со стороны. Я все сам сделаю. Второй раз в моей жизни маленький некрасивый человек говорит умные вещи. Мы согласны. На сцене должна остаться только команда Краснодарского края. Пойдем. Отлично. Ребята, со мной вы точно станете чемпионами. Но поверьте, вы должны знать, что КВН это действительно огромный труд. Это бессонные ночи. Это полное отсутствие денег. Это не для меня. Прощайте, друзья. На хвойное растение! С Новым годом! Ты кто? Я символ старого Нового года! Старый год, Новый год! Ушел тигр, пришел кролик! С Новым годом! Я тигра-кроль! Дэвис, ну что за бред? Какой тигра-кроль? Послушай, я хоть как-то Новый год обозначил! Ты вообще ничего не делаешь! Уже 2 года в одном и том же костюме ходишь! Тигра-кроль? Я ничего не делаю? Ну хорошо, я сейчас пойду и что-то сделаю. Давай, давай, я посмотрю. У тебя подарки есть? А ты стишок выучил? Да. К тем, кто не единорос, не приходит Дед Мороз. Молодец! Держи! Что это? Курцовка! Наполовину курица, наполовину морковка. Курцовка! А у меня в детстве была такая. Игрушка! Галлюцинация. Послушай, это у меня от вас галлюцинация. Че вы напялили эти белые костюмы? Надо было вас покрасить в цвет декорации, чтоб вас не видно было. Белый — это цвет молока. Не бывает молока с таким процентом жирности. А мне белое идет. Я в нем секси. Это я секси. Ребят, вы сейчас о разном сексе. Ладно, пойду. Мне надо еще поздравить тех, кто живет за счет бюджета. Пенсионеров? Депутатов! Вообще-то за счет бюджета живут еще учителя, врачи и военные. Ты глухой, я говорю, за счет бюджета, а не вопреки ему. Демис, ну хватит! Что ты сказал? А, помогите! Сколько раз говорил, не вози с нами своего отца! Поехали! И снится нам не рогат космодрома. Это еще что такое? Уходящий год учителя, приходящий год космонавтики. Ну и кто ты получаешься? Я космочитель. Я не понимаю, что общего между учителем и космонавтом. И те, и другие находятся в подвешенном состоянии. Послушай, сейчас тебя Леди Гага к себе в гнездо унесет. Послушай, что я тебе хочу сказать. А что ты мне можешь сказать? Детишки, завтра приносим по 300 рублей на шторы для иллюминаторов. Карибов, не дергай девочек за кислородные шланги. Да хватит! Ты меня уже достал! Пора выяснить наши отношения раз и навсегда. Все, пойдем! Пошли! Ну а пока ребята выясняют отношения, новогодняя социальная песня. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Но трасса федеральная по лесу вдруг прошла. По стройкам многим дяденькам поправила дела. А елка много радости детишкам принесла. Делите. Я умираю. Вот теперь мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Эрн,
Ганс на ДТВ! Он бредит! Я вижу тоннель! Я ж закрою рот! Я ж вас любил! Хоть и ругал, но любил! Коль, что ты наделал? Кто теперь будет играть все его роли? Да любой. Например, ты. Рам! Ребят, мне надо обратиться к залу. Поднимите меня. Идиоты! Верните меня на место. Стало темно. А Рамчик, а Ермольник смеется? Да-да, смеется. А Константин Львович смеется? Над умирающим человеком? Нет, конечно. Ты что? Юлий Соломонович, можно напоследок нескромный вопрос? Вик, у тебя какой размер? 5. Спасибо, Юлий Соломонович. Ребят, дайте мне мою золотую медаль. Я хочу умереть чемпионом. Так, поднимите его. Теперь понятно, для чего ты все это затеял. Ничего ты не понимаешь. Я просто готов умереть ради победы. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Потому что перед игрой позвонила моя мама. Говорит, Коль, ну чё, мы там с отцом дом, корову, машину, все продали. Поставили все деньги на то, что вы победите. Я говорю, мам, ты чё, шутишь? Она говорит, надеюсь, что ты там шутишь. Поэтому, знаете, что бы мы ни делали в жизни, главное, чтобы мы никогда не подводили своих родителей. Спасибо. Не один я Новый год встречаю. Все, ко мне дочка из Москвы с женихом приезжает, знакомиться будем. Да не надо приходить, будешь сидеть мне трындеть здесь, зачем ты мне нужен? Все, я тебе сказал. Все, позвонит Григорьевич, так и скажу. Так, где мое зеркало сейчас? Значит, Валера, прояви гостеприимство кубанское, выслушай человека, прислушайся. Так Валера, в глаза смотри. Пап, мы приехали. Здравствуй, доченька, здравствуй, моя золотая рыба моя. Познакомься, папа, это Сережа из Москвы. Пусть заходит, надеюсь, он не болтливый. А ты давай на стол накрывай. Ну, садись, рассказывай. Я тебе так скажу. Тебе девка хорошая досталась. У нее мать, знаешь, какая? Стройная, красивая, длинноногая, грудастая. Ну, папа, она же не такая. Не лезь в мои фантазии. Викуся у меня на руках выросла. У нас тогда квартиры не было. Обидишь, Вика, иди сюда. Слушай, переживаю я за него. Почему? Выпил я. Ну, пап, пообщайтесь с Сережей. На чем мы остановились? Вот ты горишь все деньги в Москве. А что в Москве? Давай проведем эксперимент. Вот выкладывай все, что у тебя в карманах есть. Вот теперь я, смотри. Допустим, нету. Но эксперимент-то еще не закончен. Это как Олимпиада в Сочи. Денег уже нет, но эксперимент-то еще не закончен. Вот ты говоришь, демократия. А что демократия? Вот я служил в Камбодже, там мэр в реке утонул, и никто ему слова не сказал. Вот это демократия. Что ты трындишь мне вот это полицию в милицию переименовывать? Ну и что же переименовывать? Я тебе так скажу. Полицейские в России уже давно есть. Просто они лежачие. Их надо на ноги поднять. Понимаешь? Ладно, эй, ладно. Посижу еще с тобой. Я твою позицию понял. Вот ты говоришь, Мутко. А что Мутко? Я не понимаю, почему человек в Швейцарии должен по-английски разговаривать. Человек прилетел, одетый, туфли, галстук, все, трезвый. Вы ему хоть за это спасибо скажите, вот.
Сидишь ты тут, трындишь без остановки. Машины у нас плохие. Кому нужны хорошие машины, если у нас дороги плохие? Ты говоришь, у нас дороги плохие, а кому нужны хорошие дороги, если у нас машины плохие? Замкнутый квадрат получается. А знаешь, почему квадрат замкнутый? Потому что у них в Тольятти даже круг замкнуть не получается. Вот был бы я директор АвтоВАЗа... Ой, на себе не показывай, лети, лети. Никого не зацепи. Кем Сережа работает? Сережа мерчендайзер. Он хоть русский? Русский. А то у меня сосед еврей, а так сразу не скажешь. А он сразу и не сказал. Ты, кстати, не еврей, а то я смотрю, у тебя язык подвешен, сидишь мне тут. А что ты заладил мне вот это Викиликс, Викиликс? Что Викиликс? Ну, выложили они эту секретную информацию. Что тебе от этого хуже стало? Нет, мне хуже стало? Нет. Викусь, у тебя там все нормально? Да. Ты говоришь, плохо. Да помолчи ты две минуты, сидишь, трындишь мне. Вот это Аршавин, Аршавин, что Аршавин? Вот у нас Топко в Кубани 20 лет играет, вот это стабильность. А стабильность в Кубани признак чего? Глупости. А ты мне брынчишь, вот этот трындишь, футбол, футбол. Что мне твой футбол? Я тебе так скажу. Я хочу, чтобы наши Бразилию победили. Но не футбол. Чтоб война началась и наши победили. Сидишь, вот ты говоришь, Казахстан, Смоленск, Воронеж. А я тебе так скажу. Смоленск и Воронеж – это не Казахстан. Вот начнется голод, кто Москву кормить будет? А, Кубань, на, держи, Москва, все, эксперимент закончен. Вот ты мне трындишь, а я вчера в нашей газете «Краснодарский трутень» прочитал в рубрике «Прикинь», прочитал, что Путин на пианино играет. Нравишься ты мне! Хороший ты пацан! Пап, нам уже ехать пора, у нас самолет. Так давай вставай, а ну! Виктория, встань рядом! Любишь его? Да. А ты любишь ее? Только не надо мне ля-ля-ля-ля-ля сейчас вот это. Вижу, что любишь. Так, чтоб через год мне внука сделали. Успейте. Ладно, сам вас в аэропорт отвезу. Валер, заводи машину. Валера, куда ты поехал, Валера? Сереженька, ты что ему такого сказал, что так ему понравился? А вот ты говоришь семейный быт. А что семейный быт? А что мне до расходов? Ипотека, ипотека. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, что это шоу мозгов. Ну вот и финиш, закончился сезон, и скоро будет объявлен чемпион. Это мы все с вами ожидаем с нетерпением. Четыре года учила нас игра, учила жизни, меняла как могла. Час настал, открыты перед нами все пути сейчас. Я на завод. Я шить мешки, а мы семейный бизнес на трассе будем луком торговать. С КамАЗа. Прощайте, киски! Прощайте, Вячеслав, забудьте киски, его горячий нрав. Он уйдет, вернется навсегда в себе в станции.
прощайте, Гусман. Всегда ошибки нам, мы красноречием всегда прощали вам. Пусть порой мы ставили на три, а надо было два. Москва, прощай. Игра, прощай. Show must go on.